Привет, друзья такибанеры! Сегодня для вас экстренное сообщение. Итак, друзья, многим из вас известно, что у меня есть новый совершенно канал, который посвящен моим зажигалкам, производству моих зажигалок. И сегодня наступил момент, о котором я вам сообщаю. Друзья, на моем новом канале для мастеровых начинается показ, демонстрация изделий моих зажигалок. Извините, я сейчас вам кое-что покажу. Как я начинаю... Хочу открыть вам секрет, как я начинаю изготовление своих зажигалок, которые у меня в прошлом, в моей морской жизни, очень пользовались спросом среди членов моего экипажа, в котором я работал. И на досуге, а море досуга очень много, свободного времени очень много после работы. И я занимался изготовлением зажигалок по форме, напоминающие пистолеты. Сразу вам честно скажу, с оружием я не связан, я его не делаю. Мои зажигалки копия только на 90% с копеечкой. Вот. Полного аналога нет. Поэтому из моей зажигалки боевое оружие переделать невозможно. Так что не отчаивайтесь. Кто захочет переделать, тот не переделается. Но я не к этому вас, друзья. Я не способствую вам, не призываю вас изготавливать оружие. Мы будем делать сувениры, зажигалки, которые многим нравятся. Я на новом канале своем открываю сериал, длинный сериал, аж до весны. Представляете, пока я не соберу деньги на токарку свою и не уеду в деревню. У меня всего-навсего еще только 80 тысяч. А мне надо 150. Вот, поэтому я сейчас нашел хорошую работу. Мне 30-ку платят. Вот я буду часть оттуда откладывать. Плюс я вам сообщал уже новость, что я писатель, пишу книги. Пробные 4 штуки запустил. Ссылку я вам дам в описании ролика. А сейчас я создаю универсальный учебник токаря. Представляете? Через пару недель будет готов. Вот. А на моем новом канале с завтрашнего дня начнется демонстрация роликов с показом, как изготавливать зажигалки. Первая зажигалка будет у нас парабеллум. Как я начинаю делать, сейчас я с вами поделюсь. Я, значит, захожу в интернет. Вот, смотрите, вот сюда я захожу. Видите, вот. Ну, плохо видно, но вы сейчас увидите. Друзья, я вам все не скрою, покажу. Захожу, у меня есть специальный сайт. Вот он, друзья, смотрите, внимательно смотрите. Видели? Появился. Размеры. Вот. Я вычисляю все. Представляете? Беру. А дальше, вот вы увидите, смотрите, тут очень много разных картиночек, друзья. Я уже после иду, выбираю любую и изготавливаю любую деталь согласно чертежей, чтобы не было жей. Так, теперь вам понятно. На моем новом канале, друзья, я буду вам показывать, и вы будете тоже делать вместе со мной.
Сейчас у меня есть, создались такие условия в пивной токарке. Я же работаю на пивном заводе. Во! Супер! Скоро увидите фрезеры токарные, вы уже видели станки. Итак, друзья, я, конечно, делаю зажигалки по своей технологии. Технология 19 века, по которой работали Борхард и Люгер, мне неизвестно. Поэтому я буду делать зажигалки по своей технологии. А вы будете смотреть, если кто не умел учиться, а если кто мог, то будет совершенствоваться и модернизировать мою технологию, понимаете, делать по-своему. Итак, друзья, подписывайтесь на мой новый канал, ссылка будет в описании. Там же будет еще и ссылка на мои книги. Перед вами сидит писатель, пока нифига никому не известный. А, собственно, нафига мне известность? Эх, ну, для вас я хочу быть известным, потому что, друзья, я на вас надеюсь, что вы будете покупать книжечки мои, которые стоят 200-400 рублей, в этих пределах будете покупать, а эти средства будут идти на покупку токарных и фрезерных мини-станков для моей токарки в деревне, в которую я собираюсь в скором времени переезжать. Сейчас немного переезд отложился. Деньги не собрал по донату. Только половину собрал. Поэтому до весны. У меня выше разом-то есть, в смысле Бог. Он мне такую работу подогнал. Фу-фу-фу. Сплюньте, пожалуйста, по три раза. И я теперь до весны буду честно зарабатывать. И весной в кармане 200 тысяч я планирую сделать. Я рвану, не в кармане, а на карточке. Я рвану свою любимую Сибирь организовывать собственную мастерскую, а не какую-то пивоваренную. Я сейчас работаю на пивзаводе, представляете? Соблазна нет. Пить не начну еще 37 лет. Последний год будем квасить, друзья. Потому что я вина буду делать в деревне. И вас всех последний год буду приглашать. Вместе будем квасить. С 26 мая по 20... Ну, целый год. До 26 мая. А потом я... на суд высшего разума. Эх, вдруг я хочу исправиться и не вернуться обратно на землю в образе Баобаба. Представляете, хочу там остаться. Ну вот за зажигалки меня Бог не осудит. Ну и думаю, и менты тоже. Хотя менты похуже Бога будут. Ну ладно, ну их нафиг, не будем их трогать. Не буди лихо, пока оно тихо, гласит народная мудрость. Друзья, в общем, сейчас вы посмотрите этот ролик и в ссылке поищите новый канал мой. И подписывайтесь. Только, пожалуйста, подписывайтесь те, кому это понравится, кому это нужно. А не надо подписываться тем, которые хотят. Я подпишусь на твой канал, а ты на мой подпишись. Это не канает. Это вот на такой бане такая ерунда творится. Сейчас у меня только все отписываются. Подписывается мало. Было 17 тысяч, осталось уже 16. И еще убавится. А на новом канале, который я хочу только для зажигалок посвятить и создание своей токарки, этого я не допускаю. Все должны подписываться только те, кого заинтересует. Я в ответ никому не обещаю. Понимаете? Все, друзья, эта афера не канает. Канал должен быть только для нуждающихся. Спасибо. Если мы насобираем до Нового года уже 360 подписчиков, и если мы сейчас новое правило, нужно 1000 подписчиков, чтобы монетизировать канал. А у меня пока 360. Так что я вам дал для размышления тему, друзья. Подписывайтесь на канал и смотрите, как создаются супер зажигалки. Спасибо за внимание.